В городе Ачинске Красноярского края в драматическом театре появилась необычная актриса – кошка Муся. Муся играет в спектакле по мотивам повести Ивана Тургенева «Первая любовь». По сюжету один из героев дарит кошку своей возлюбленной. Она прибрела к нам к театру, на задворке театра. Я как раз была в рабочем процессе, сидела у себя в кабинете, думала о том, где нам взять котенка, и услышала за окном призывное мяуканье. Вышла, там сидела Муся, уже поджидала свой звездный час. Я взяла ее на руки, поднялась в большой зал, где проходила одна из первых репетиций спектакля, и, собственно, представила режиссеру, спросила, ну, чем не актриса, он сказал, да, мы ее берем. Хотелось достичь какой-то правды, что ли, жизни на сцене. Ну и опять же, это не моя придумка, так у Тургенева написано. Ну и если есть кошка в театре, почему бы ее не пригласить поработать? Коллеги с энтузиазмом приняли пушистую актрису. Муся очень быстро освоилась в новом пространстве, влилась в театральный коллектив и отлично чувствует себя на сцене.